Эй, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86play. Продолжаем прохождение Back 4 Blood. Очередное прохождение. Кто-то скажет, нафига ты проходишь, может, ну, типа, завязывай, не проходи. А я говорю, мы проходим. А мы, говорю, я проходим, мы с тобой проходим. Если ты со мной, то мы проходим. Все, я сразу все настроил. В прошлый раз мы завершили на книжных червях. На книжных. Но тут написано книжные черви. Короче, все, создаем вылазку. Играем, опять-таки, на казуальном уровне сложности, потому что на ветеране... На ветеране игроки нихера не могут, нихера не умеют. Если ты в это не веришь, то пересмотри мои предыдущие видео по этой игре. Собственно, все. Собственно, мне нравится игра. Собственно, мы ее будем проходить, мы ее будем смотреть, мы ее будем вот это вот все щупать, вот это вот трогать и так далее, и так далее. Ждем! Ждем игроков, таймер поставил, запись поставил, все поставил, все поставил, все окей, все хорошо, все замечательно. Замечательно. Но! Где игроки, но? Где еще три игрока? Нам сегодня нужно по максималку, по максимуму, по максималке, хотел сказать, но не договорил. По максималке пройти. Чтобы, ну, чтобы уже в конце концов-то. Здесь мало-мало какой не помало, но сюжетка-то все-таки есть. Сюжетец, я бы сказал, есть. Поэтому нам бы его бы весь глянуть. Но это первый акт только. Тут 4 акта, я думаю, не знаю. Насколько нас хватит. Самое интересное, что игроки еще не ищутся. Да уж. Типа что, все, в нее перестали играть? Серьезно? Нынче, короче, народ какой-то игровой, он это... Как сказать-то? Поиграл и бросил. Ничего людям не нравится. А, приглашение. Нет друзей, которых можно пригласить. Да это понятно. Это все понятно. Это все понятно. Так, здесь что включено? Включено. Кроссплатформенное. Ну тогда я не знаю. А я тогда не знаю. А я тогда не знаю, что. Интернет-то вообще у меня есть? Так вроде есть, я бы не зашел. То есть все, да? Сколько прошло со дня выпуска этой игры? Да не особо много. Она вышла в октябре. 5 октября. Что-то такого рода. Сейчас уже ноябрь. Ну и чё? Ёпта. Поиск отменить. Совсем так все плохо. Как же долго. Как же прямо долго мы сегодня ждали-то. Но ничего не поделать.
ничего не поделать. Так, мать. Мать, иди сюда. Так, я же хотел в прошлый раз переделать эти самые. Ай-яй-яй-яй, я не переделал на урон. Нужно сделать чисто на бег, чисто на урон и чисто на вот это, вот это. Возьму, короче, на урон. У нас получается двое всего, да? А нет, заходит. А нет, заходит. А заходит. Так, смотрим. У нас сегодня урон, у нас сегодня взрывная вся вот эта вот, у нас все вот это вот, карты помех, это понятно. Так, стартовый набор. Плюс 50 к емкости магазина возьму. А, это уже есть. Погоди, забыл. Все забыл. И еще одну дополнительную. Так, давайте вот эту возьму куртягу. Потом. Ну, точность. Вот эту вот возьму. Так, точность давай тоже возьмем. Вот это, конечно, соответственно, тоже возьмем. Вот это тоже возьмем. И все прям хорошо, все прям вообще в бою. Че? Че собаки-то сутулые? Сутутутутулые. Бля, я не знаю, что не нравится всем. Живенькая игра, просто вообще на ура. Дайте, пожалуйста, мне там пушку нормальную. Алло! Алло, пацаны! Как это? Вобля! Ёпта! Да-да, погляди. Так, ну еще одного ждем. Какие долгие ребята, та-та-та-та. Чё там? Так, МП-пяшку возьму, на нее прицел куплю, на нее ствол возьму, аптечку возьму, дешифлебилятор возьму. Так, чё у меня патроны, пистолет, пулемет? Все получается. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Так, что идем? Так, что тут выкинули? Да. Так, прикрывайте, пацаны. Тут, судя по всему, нужно забаррикадировать. Так, не забаррикадировал. Пацаны бегут. Пацаны бегут, ребята, класс. What the fuck happened to these people? Да, я не знаю, что с ними случилось. Ой! Да меня спаси! Что-то игрок, по-моему, какой-то дурачок. Игрок-дурачок. Так, заколачиваем, если что. Если что, заколачиваем, давай, не задерживай. Так, все ништяк. Все ништяк, дальше куда идем? Здесь заколотили на второй этаж, значит. Ага. А вот это кто будет делать? Что такое? Так, заколотила, молодец. А это куда? Так, это секретная комната, судя по всему. Да, это секреточка. Ну и чё? 4-6? Ну так, где еще? Наверху, что ли? Таки бегает там.
А где мы еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! I'll take it. А в смысле 4-то? Ай, блядь. Я ж там был. Там же ничего не горело. Чё за бред? Не, вы серьезно, а где еще? Откуда они здесь появились? Да вы серьезно? Меня-то освободите, пожалуйста. Ой, ё-моё. Вы чё такие дурачки-то? Вы где не забаррикадировали дверь-то? Блять, вот. Вы серьезно? А чё ждете? General, the library's secure. You've got all the Reader's Digest you'll ever need. Over. This is Hope One. Any survivors? Over. Just bodies. Over. I see. I'll send in another crew to hold the post once things calm down. But right now, I need you to get to the apartments ASAP. The folks there are in deep shit, and we can't afford to lose any more fighters. Hope One out. I'm sure he'll send flowers to the funeral. Or at least get some. Да что ты делаешь-то? Что вы делаете, дурачки? Куда идти-то надо? Блять, кто-то топает. Да тварина ты. Там, если что, впереди надо было идти. Нам же чувачков надо спасти, вы чё? Ну
Whatever it is, I doubt it's bringing cookies. We're over here! One day, we're not gonna be so lucky. I'll take it. Like a deer? You'll be fine. You have a tsunami of Ridden about to break on your location. Thanks, Jim. Наши сейчас однако завали. Кто? Спасайте, ребята, научу. Вот вообще, смотри, что за ребята? Что за игроки такие, а? Капец, игроки, конечно. На казуальном проигрывать. Ну вы чё, ребята? Да. Так, а кого мы спасаем-то? Чё-то понять не могу. Нам нужно спасти мир. All in one piece? Good. Let's get back on track. We can't hold out much longer. Thanks. I'll be taking that. Погнали! Дурачки. Блять, у нас еще и время идет. Для дебилы. Че творите-то, блять, придурки? Вы серьезно, что ли? Какого хрена ты там в доме-то делаешь, придурочный, блядь? Ай, нахер не знаю, это реально дебил. Что, короче, было непонятно. Ну это просто это. Это ж пиздец. Это серьезно, это откровенный пиздец. На легком, блядь. Стоят там вдвоем, кого-то что-то делают. Тут надо было просто дойти, взять чуваков, сопроводить их. И то я не понял, сопроводили мы их или нет, потому что, ну, 1-2 дошли. А их там целая банда была. Ой, как же так можно тупить-то, а? Так бой уже. Это просто нереально. Это просто нереальный сейчас был тупняк. Тупняк игроков, понимаете? То есть настолько тупит, смотри, уже секунды подходят к концу, а они сидят, думают, а чё, а куда, а зачем, а почему? Соберитесь, тряпки! Просто шиндец. 2.3, налет на бар. Хрена нам бар сдался, вопрос. Так, окей. Понятно. Карты помех, все понятно.
Так. Одной ячейки. Вот это прям вообще возьму. А и все, да? Так, ладно, одного чувака спасли, я так понял. Нет, вторая здесь. И все. Третья здесь, четвертая. А, ну вроде все здесь, значит, телепортировались. Так, давайте шустрее. Как же вы долго грузитесь-то? Что это у меня такое? Инструменты остались. Так, аптечку возьму, коктейль я вроде бы брал. Патроны взял. Все вроде бы. А, блин, мне же лечиться надо. А, я вылечился? А, да, я купил подлечиловку. Я подлечаловку купил, все, я понял. Так, все. Шопинг тайм, да. Вы можете, короче, покупать, там что-то отдавать и так далее, и так далее. Патроны такие не нужны. Что ты делаешь? Погнали. Да что, много уже, что ли? Hear that thing from a block away. Hey, got some tools over here. Need to reload. Ammo here. Так, это что? I could use that. Магнум. Ну, магнум он такой. Так ты же открываешь уже. Ammo cashier. Ammo cashier. Здравствуйте, я ваш тетя. Спокойно, спокойно, по одному. Перезарядка. Зарядку. Потихонечку. Тиша, спокойно, братуха, перезарядка. Кто по мне шмаляет? Так, не понял, как пройти-то? Тут что-нибудь есть? Тиш. This way. Ага, все понятно. Налет на бар. Я возьму. Keeping that for me. Штуку сюда брошу. Так, спокуха. Так, таблетки. Нет, мне пока не надо. Коктейля до хрена. Глок. Вот, кстати, глок-то возьму. Так, тихо, тут еще это. You might feel better after hitting up the first aid cabinet. Ammo here. Need this. They are here. Что за херня? Вы что делаете? Hey, what the hell are you doing in front of me? Ой-ой-ой, музыка, авторские права. Take that.
Чего вы тут вообще творите? Кто музяку включил? Что за музяка? Я по твою мать. Гони меня, ублюдок. Что происходит вообще беспредел? Это было весело, но не особо. Да в смысле, еще раз? Да шипись. Спасите, пожалуйста! Ой, как же вы спасать не любите! Just remember me in your will, cause I'll be catching that sucker in sooner than later. Reloading. Жесть! Что вообще тут происходит? Пойду подключусь. Сай. It's not me. It's definitely you. Hey, anyone? Need some help here. It's all right. I got you. Жесть какая-то. I mean, we're not keeping score here, right? Меня спасите. Here. I've got your back. Thanks, hon. First aid cabinet. Best patch up now. Что нужно сделать-то? Пройдите уровень. Меня мышка же заклинила.
блядь, происходит? Жесть. Чё это было, я не понял, но это было жесть. Чё ты, блядь? Погнали уже! Чё-то какой-то замес в баре, короче. А чё так, бляха, долго-то прям? Для чего мы это делали? Чтоб типа остальных всех эвакуировали, а мы типа на себя брали приманочку. Прямо трэш, конечно, но вот авторские права. Вот авторские же права. Понимаете, о чем я? Авторские, мать его, права. Возьмут и забашляют. Возьмут и забашляют. Так, я готов, ладно. Нет, ну это, судя по всему, легкий уровень, но почему-то это, прижали, это так нехило. То ли остальные три игрока тоже так же стреляют, как и предыдущие игроки. Потому что другого варианта я не вижу, как бы. Ну толпа идет со всех сторон, но вы встаньте, блин, прикройте все входы, выходы и все. Что тут такого, я не понимаю. Ага, карты помехи. Ну вот это вот тьма, хуйма, вот это значит. Нас и будет сейчас тормозить. Так, что я еще не взял? Больше денег я не знаю. Я возьму вот эту, пожалуй, все. Карточки не сделал, да, вот жалко, кстати, я забыл совсем. Я что-то давно не заходил, если честно, в Black 4 Blood, потому что, ну, сами видели, что на канале сейчас снимаю. И как бы поэтому-то... Ничего сказать я не могу. Так, беру аптечку. Почему не могу? У меня денег нет? Сколько она стоит? Нихера себе она стоит, серьезно? Так, погоди, а пистолеты что тоже отдельно надо? Для пистолета, по крайней мере, пока ничего нету. У меня жизик. А здесь уже дробовик появился. Что, блядь? Что? Так, ну у меня бабок нет. Ты вроде бабки собирал, но... Да, конечно, погнали. Пока тех дождешься. Это куда-то бежит тоже, смотри, постоянно впухает. Этот откуда здесь появился? Мы же здесь были. Опять, что ли? Каким образом? Зачем мы посюда уже опять идем? Так, срочная доставка. Так, отправляйтесь в город. Потерянные припасы. Трое. Безопасность превыше прежде всего. Очень интересно. Очень интересно. I got it. Thanks, Jim. Да ёб твою мать, а что за дурачки-то? Обзес какой-то.
А нахрена мы сюда вообще пошли-то? А нет, мы здесь не были. Сидит, в прыщ ему стреляйте и все. Дала там, блин, зависла. Ammo over here. Heading in. If we get this open, it'll be like your birthday. Ammo here. Come at once. You are not my friend, Dor. Yes. Thanks, hon. Может, мы уже пойдем? Че встали-то? Короче, вообще не бум-бум, да, что здесь нужен инструмент? Supplies are okay. Can't say the same for this poor bastard. Так, а куда ее нести? Over there. Let's check this place out. Down below, it's fucking hell. Вышка что-то куда-то улетает. Ну две надо принести, то все, мы их нашли. А куда она девалась-то? Я его сюда выкинул. Saw something there. Hatchet. Да, хочу слышать, а? Watch your aim. That was an accident. I swear, it was an accident. Да хрен его знает, пугнул черта какого-то. I don't like that. Да, ну мне реально спутки что-то. Блевотину что ли реагирует? Чего не пойму. Какое-то жуткое мясо.
А вторая-то где? Дан. Чё-то вообще ничего не понимаю с этими игроками, если честно. Они то ли лагают, то ли пинг, то ли чё, но что-то в этом роде. Потому что, бляха, опять нихера не прошли. Чё за дичь? Ребята. Ребятушки, ну чё за дичь? То, блин, чемодан там, то не чемодан. Чё-то мы какое-то бухло несём. Но это, знаешь, это похоже было, как в Left 4 Dead. Там нужно было чуваку, оружейнику принести ящик Кока-Колы. Тут постоянно чувак тупит. А здесь что мы несем, я так и не понял. Но, судя по всему, хотя мы в баре ничего не брали, мы где-то здесь нашли, на заднем складе. А, это я не нажал еще. Ну, то есть, вообще непонятки. Ну, на легком вот эти заработные очки снабжения, конечно, очень мало дают. То есть, там сразу по 150, чтобы одну карточку открыть, ну, это, ну, бля, хотя так, а иначе как? Генер! Иначе никак. Вот здесь должна быть сохраняловка, судя по всему. Хотя не факт. Хоть я не факт. Ага, Денёр нам будет мешать. Тьма окутала дядю Денёра. Так. Я, в принципе, все готов. У меня, в принципе, глочек есть неплохой. Ну, прям мышка что-то клинит. Такое ощущение, видимо, когда я стреляю, что ли. Так, их опять куда-то нести, да? Серьезно? Так, беру аптечку, бегу инструменты, беру коктейль. Так, патронов вроде норм. Так, что для Глока? Для Глока нихера. Что такое? Так, а я что, аптечку не взял? Вроде бы взял. Так, кто понесет? Коробка с припасами. Предмет для миссии. Anyone catch the weather today? Wondering if I should bring a jacket. Watch the fire. Oh, sorry. По мне-то не стреляй. That's probably smart, right? А, это она орёт, что ли? Серьезно? Да, блядь, идите вы нах. Дурачки. Well, we're going nowhere fast. Razor wire here. Round here. Come on, Evangelo, think. Always one.
Нам куда идти-то? What's that? Ой, кайф, куколка хорош. We're still standing. Or at least I am. Smart, we'd probably check out the intel, but knowing us, we'll just here. Walk on by. I need to reload. Где-то лечиловка должна еще быть. О. First aid cabinet for those in need. Cruiser! Bang bang, motherfuckers! Well, let's do this. What'd you do that for, Mom? Well, mind your ass. Don't worry about me. Так, ладно, несем, доносим и заканчиваем. Неудобно, малёха, делаем. Совершенно не прикрывают. А как нам отсюда выйти? Ain't looking so good, hon. End of the line, son. See that? Ammo here. Куда идем? Зачем идем? Assault rifle. Need ammo. Да я, в принципе-то. А тут, конечно же, МК есть. Причем синяя, да? 16 скар. Он, конечно, это. Получше будет. На 8. И на 11. Давай возьмем. Это тем более зеленое. Holly, you need to look after yourself. Так, дайте затариться, пацаны. Молотов. Косилка, что это? А I'll куда они пойдут? Nicely done. It's gonna be fine, right? You got my back, I got yours. Get that generator up and running. We can't afford to lose those supplies. But be prepared when you do, because every Ridden in the vicinity is going to come running. Pipe bomb! Oh yeah! Medkit. Minigun here. Так, аптечка. Ну, у меня, в принципе, Found есть. A medkit. Holly, take care of that. Don't want to get infected. You see that? Cool. Gotta patch myself up. Medkit here. Все, несите еще одну. А, они принесли уже. Патроны быстро кончаются.
Oh, shit! My bad! Holy hell. Я почему коктейль-то не взял? I could use that. Get down! Reloading! Come on, kid. Watch your aim! Ты падла, блядь, какая, а? Беспредел. Еще минута 40 продержаться. Что это было? Патроны-то есть, да. Куда у меня прицел взялся? Я тебя нечаянно взял, даже не понял. У вас там народ наверху столько было, вы чё? Хера себе. А я даже не заметил. А чё, сами-то не могли? Чё за пик был? Дефибриллятор кому-то надо было. Ой, да уж. Очки на себя напялил.
Так, ну что, ладно. Смотри-ка, на Xbox играет, на Xbox играет. На ПК тот чувак не знаю, на чем играл. Зашли с Xbox. Так, ладно, вроде бы получается-то все. Но мне вопрос, где мы сохранимся? Если я нажму к бою, ну я, в принципе, могу выйти и потом нажать продолжить, скорее всего. Просто нужно будет продолжить нажать, а не создавать, как мы обычно это делали. Как мы обычно вот это вот делаем, все. Скорее всего, так там, по-моему, уже было написано, в самом начале еще объясняли, что вы можете выйти, но в любой момент вы можете продолжить. Собственно, вот с этой лачуги. Надо запомнить. 4-1. Дурное семя. Так, ну дак-то еще дофига. Дак-то еще дофига, поэтому пора заканчивать. Пора завершать. Вот это вот абразина будет, да. Громила с броней нам будет мешать. Будет постоянно выскакивать. Но, в принципе, смотри, здесь все копится. Здесь все прямо вот это, вот это, вот это, вот это вот. В принципе, шикарно, да. Пушки можно прокачать. Так, ну я запомнил, в принципе-то. Ну, как бы это. Извините, чуваки, я покидаю вас. Я покидаю вас на этой ноте. Хорошо было бы, если бы еще бы все сохранилось. Что немаловажно. Но мне кажется, это все не сохранится. Она прикольная, М-ка, но она экономит патроны. И у нее всего 20 патронов в обоими. Фу, еще и туман, красота. Но нам пора заканчивать. Вот же засада. Вот же засада-досада. Так, чего там, ожились, нет? Давайте посмотрим, что есть, хотя зачем нам это? Хотя зачем нам это, непонятно. Ну, прикольно. Мне нравится все равно. Не знаю, почему мы долго не могли найти... никого. Никого, а потом резко нашлись. Так, что у вас тут есть, пацаны? У вас есть супер-мега-бой, мне не нужно. У вас есть фиолетовый. Плюс один. We've identified what we believe is a major incursion point at the old Blue Dog mine. I dispatched a cleaner team under Pelissaro to deal with the situation. Last transmission we received from them was that they were approaching the mine but facing heavy opposition. Didn't you wait for us? Ладно, смотри, я могу продолжить, могу покинуть игру. У меня пинг, смотри, какой здоровый. Так, вы уверены, что хотите покинуть игру? Ваш процесс загружен до предыдущей стартовой точки, а вы потеряете возможность продолжить игру. Да, все, выходим. Выходим, потому что уже по времени. Уже как бы по времени. Не знаю, опять выкидывают вот сюда, вот, собственно-то. Здесь карточки всякие, фигарточки. Доступны каналы снабжения. Вот, смотри, я нажимаю компании и потом продолжить вылазку. Да, все верно. Продолжить свою вылазку в режиме компании. Все, так тогда я оставлю. Не понял, что вот эти опять за крестики горят. А крестики-то чё? Вылазка провалилась? Не понял, когда. Чего? Сейчас мы надурну. Чё это такое сейчас горит? Вылазка провалилась. Вообще, короче, не понял. Я, короче, ничего не понял, но это самое. Вроде бы горит тут отсюда. Поэтому, как бы... Чё? Я вообще ничего не провалил. Мы ж не играли. Чё она пишет? Провалено. Непонятно. Непонятно. Все, ладненько. Давайте вот на этом заканчивать. Куда поставить так? На пейзаж. Ну ладно, вот так вот. Хотя. А вот так вот над костром. Дымок над. Кто там что делает? Дымок вот так вот над костерчиком станем. Так это погреемся. Тут вот так вот присядем. И все. И все, вот так вот. Бляха, жалко нельзя. Надо кнопку держать. Все, будем продолжать обязательно. Дальше смотреть, но что-то пока печать ничего не понятно. Какая проваленная вылазка, что провалено, когда провалено, когда ничего, собственно, ничего не делали. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Всем пока. Пока.